Соль, ну я иду, но очень страшно. А вот тут еще... В болото-то не хочется завалиться. Папа, ты герой. Макс, как переправа прошла? Ну что, вы все починили? Да. На ужин что мы будем готовить? У нас же ничего нету. Конфетку. Опять конфетку? Конфеток же много нельзя, живот будет болеть. А может быть мы пойдем в лес за грибами? Насобираем грибов и нажарим с картошкой. Обувайте ботинки, пойдем в лес за грибами. Пойдем в лес? Иди ботинки одевай, а то босиком-то неудобно по лесу будет ходить. И пошли. Беги, Соня поможет одеть. Корзинку берешь? Ой, я там посижу ночью. Ну, на корзинке не сидят, а грибы-то куда будем складывать? Ну, что это такое? Пойдем туда грибы поищем. Пойдем? Пойдем. Надо, чтобы папа ключиком нам открыл калитку и пойдем. Пойдем, да. Пошли за грибами. Какие грибы? Будем искать. Конечно. У нас поморы такой поганцы. Но мы же их не будем собирать, правильно? Ну мы посмотрим, что там найдем. Сонь, что поищем? Сонь, ну там главное не собрать, что это. Ну мы посмотрим, что растет. Так, идем в наш лес. Калиточка и лес за грибами. Вода не существует. Еще как существует. Даже здесь лоси к нам приходят. И лисы, и белочки, и кто еще? Ну, много птиц всяких. Всякие прилетают. Птиц вообще много. Кто первый гриб найдет, интересно? Я уже нашел. Я мухомор. Это папин? Уже нашел. Смотрите за то, какой красивый. Ага. Смотри, он прям под этим, под корнем вырос. Красивый. Ну, а обычно такие. Рядом с мухоморами растут и беленькие, вкусненькие. Ищем рядышком. Здесь были еще мухоморы. Макс, грибочки ищи. Что у вас там? Ну, у нас просто сегодня фото охоты на мухоморы. Где еще? Еще один красавец. Вот тот-то уже это самое. Этот ага, но нам нужны не мухоморы, нам надо съедобные. О, вон они, смотри, целая поляна. Это... Да, слишком много. А это же несъедобные, наверное. Белые. Может, это шампиньоны? Шампиньоны? Не трогать, Макс. Ну это поганочки, ребята. Блин, ну вот. Ну красиво думали... растут, да? Красиво. Думали, а вон все... там целая полянка. Значит, еще... надо их придать. Да вообще даже не наступай на них. Даже не наступай. И там мухоморы. Ой, сколько их тут. Ага. Вон, тут, красивые. Тут. А вот сюда. Тима, не потерять. Пошли за руку. Вот сюда пойдем с тобой. О, какие у нас тут непролазные дебри-то. Вот так вот мы грибы тут сейчас поищем. Бух, завалился. Встаем. У вас улов-то? Вы нашли грибы? А почему корзина-то пустая? Поляна, одна листва упавшая, и все. Ничего себе. Ну, ищем дальше. И еще крапива одна. А где ты крапиву-то в лесу нашла? Так. Вот дает крапива. Ужалила тебя, да? Ну, идем дальше. Порежет. О, тут уже кто-то побывал, по-моему. Да? Червячок съел, да, сыроежку? Нет, вроде живая. Дай-ка я вот так вот. Да. О, хорошенькая. Живая. Давай. Сонь, такие Сонь, ищем. Соня улов. Так. Целый гриб нашли. Отлично, идем дальше. А, он этот Макс не трогаем, он старый. Макс, еще один, смотри. Мам, смотри, тут еще один. А это какой-то маленький, он уже, видишь, засох прям. Давай будем
Нам надо два хороших белых, и можно сегодня картошки нажарить. Нет. Вон белый торчит. Белый. Но белый, он не всегда белого цвета. Коричневенький бывает. А вот это вообще страшные какие-то. Это они, слушай, это свинушки, их раньше вообще ели. Ели? Собирали и ели, да. А потом что-то доказали, вообще, что они. Я нашел в телефоне приложение «Грибник». Там распознаются все грибы и с их самыми названиями. Оказывается, белых вон такая маленькая, смотри. А это поганочка красивая. Поганочка на ножке не такой тоненькой. Такие мы не видим. Нет, поганки мы в руки вообще не берем. Мы в руки можем брать только. Кто найдет? Кого? Грибок? Грибок. Ну-ка. Я. А это кто такие? Это подберезовики. Да. Да. Давай ножичком папа отрежет. Вот этот-то еще может быть хорошая точно ножка, а второй может быть уже... Папа на второй наступил рядом, нет? Не, ну он и так... Вот тихо, что ты его? Хороший гриб. Смотри, он вообще не... А, вообще отлично. Вот, видите, вот такие нам так, надо а вот поискать. Этот... Он уже все, наверное? Он... Я не знаю как. Ну положите в корзинку нам для веса. Не, беленький не берем. Нам, видишь, вот такие был, надо. Да? Других не было тут. Ну два я видела только пока. А, ну вот один и. Ой, так там препятствие, как мы пройдем-то? Ничего я умею. Ой, я не знаю, я переживаю. Смотри, какое. Ты хочешь по вот этому так, пеньку? Ну, тут вообще опасность. На тот берег. Она непонятно как болтается. Она может завалиться. Да. Сонь, подожди нас. Все замерли. Ты-то все, а мы-то что? А я вон гриб вижу, что ли, нет? Так, Саш, давай ты Макса. Как ты я могу корзинку вон взять. Гриб, смотри. Сонь, ну я иду, но очень страшно. А вот тут еще... В болото-то не хочется завалиться. Ничего себе, если я завалюсь. Ой, оно еще шатается. Ничего, обалдеть. Ура, я дошла. А у них там мостик. А что, они по мостику пошли хитренькие? Да, Макси первого. Нет, я по парке потом пойду. Я обратно. Мам, ну я обратно попала. Папа, ты герой. Макс, как переправа прошла? Дай мне пройти. Давай, забирайся. О, как тяжело. Забрался, молодец. Прыг. Вау. А где грибы-то? Грибы-то у нас ищем. Одного-то нам не хватит, Соня. Я вон вижу уже. Ты только яркие ищешь, молодец. А нам надо эти... Темные. Вкусные, съедобные. Темные. Здесь вообще дремучий лес. Вон он, смотри, он стоит. Сонь. Где? Вон туда смотри. Вон туда прямо посмотри, похож на него? Это здоровяк. Здоровяк, но это может быть такая вывернутая. Ну что? Не знаю даже, но он, видать, и старый. Да. А, ну он старый, наверное. Но это тоже подберезовик, да. Смотри, какой хороший. Давай. Берем. Папа сейчас отрежет. Папа отрежет. Это только папа может резать. Берем. Он уже, наверное, старенький. Ну, может, не червивый. Ой, нога вообще хорошая, смотри, он весь хороший. Ну да. Так. Ножик не берем, папа. Ножик у папы только. Ага. А вот посмотри, вон красавец, которого мы искали. Где? Вот он прям посерединке стоит. Вот белый гриб. Вот только самый их... главный. Да. Да. Берем! Ну вот кто этот... за ним пойдет-то? Я. О, мамуля нашла. А? Ты, смотри. Да. Вот они, вольканавы, где прячутся. Это прям боровик настоящий, ага. Белый гриб. Ну это как-то подберезовик, нет, наверное, это, да? Нет, это... Или а, под осин? Это подберезовик. Это подберезовик, да. Ничего себе, такой жирный. Смотри, какая красота. Мама, срочно раз, туда лезь. Раз, два, и вон треть. Так, папа, а как туда надо? Тут болото.
через болото нам надо на тот берег. Сонь, как папу переправить сюда надо? Нам надо тебе три больших гриба? Да, вот палка. Папа, ты не пройдешь этот палку? Она, может, папу выдержит? Да. Пап, я держу кольцо. Давай. Папа-то тяжелее идти. Папа, может быть, я? Папа, может быть, я? Я держу. Мам, я с папочкой пошла. Да подожди, там ветки не пройдет. Мам, можно с папочкой? Можно, можно, можно? Ну иди, только не завались. Мы с Максом здесь стоим. Мама, пошли я смотреть. Завалюсь, это не твоя вина. Хорошо. Ну ты, если что, за бревно держись. Мы тебя потом вытащим. Соня пошла через канаву. Смотри, тут раз. Папа, куда? А вон четвертый раз, самый хороший. Два, три, четыре. Красота. Сонечка, держись. Вот этот маленький, я думаю, что очень хороший. Там вода, а мы здесь стоим с тобой, Максик. Практически в болоте у нас грибочки. Интересно, да? Папа, Соня. Вы там пойдете? А мы пойдем с этой. Иди с папой с той стороны, будете искать. А мы здесь пойдем еще смотреть. Давай. Пошли, эту папа с Соней, пошли по той стороне, нам надо идти тоже. Вот даже в таком лесу растут грибы. Честно говоря, мы шли и не думали, что здесь что-то есть. А это тут торфа метров 7, наверное, вот такой лес березовый. Но ничего, покажем потом наш лов. Мы с Максиком еще здесь посмотрим. А вот это гриб, это плохой гриб, да? Пойдем дальше искать. Этот можно ногой раздавить, плохой. Вот так, да. Этот нехороший, кушать нельзя. Пойдем дальше. Нравится по лесу ходить? Как вам перебираться-то теперь оттуда? Ну, а мы обратно пойдем. По канаве. А вот здесь нету? Нет, я не про грибы, я про вам переправу. Здесь нету. А вон вот дерево одно. Вот потому, может быть, можно. Ну, я не знаю. Ты такое простое, Соня. Оно надо под наклоном. Так а что, на попу садитесь и поехали. А смотрите, чтобы не гнилое было, а то оно же может свалиться, провалиться. Ну-ка, подожди-ка, я сейчас там буду. Ну, вроде выдержит. Нормально. Опасно. Экстремалы. Сонь, так. Папа ручку тебе даст. Давай руку. Держись за дерево вначале. Ура! Я еще один вижу. Кто видит? Никто. Как никто? Соня, стой! Я думала, ты на него наступишь. Смотри, какой красивый, да? Красавчик. Макс, ты видишь? Режем. Берем. Давай. А мы-ка, нету грибов, нету грибов. О, какой это боровичок этот большой, который уже. О, какой хорошенький. Чуть-чуть червивый, но порежем, потом посмотрим. Макс, это грибы. Мой. К нам паук еще прицепился. Видишь? Ну, паука на участке отпустим. Паук еще. Вот, вот такая ладно. Пока корзинка. Ага. Найдем новенький. Новенький? Нам еще одно препятствие, да? О, вот, я уже вижу. Вот, вот. А, ну вот здесь нормально будет я пройти, пошла. Да? Точно. Это тоже. Ой, Соня аккуратно пошла. Папа, а, папа хитро, у тебя ты по мостику, да, здесь? Да, тут какой-то непонятный. Ну, я тоже не буду рисковать, чтобы туда в канаву в эту не завалиться. Я лучше по какому-то мостику, хотя там тоже канава. Лес из одних канав. Папа, а чё все парки взглядались?
Идем на солнце. Нет, это смородина. Смородину кто-то выкинул, она размножилась. Ага. Ой, мне, по-моему, улитка в ботинок залетела. Я ее раздавила. А грибы-то еще кто-то ищет? Грибы. Папа уже убежал. Все, пришли к домику. Штаны ему так неудобно. Сейчас поправит. Оп, молодец. Так лучше, да? Но беги. Аккуратно через мостик. Фух. Папочка, спасибо за путешествие. Все. Пойдем жарить. Сонь, пойдем жарить. Классно прогулялись. Вот и жареная картошечка с грибочками, которые мы собрали. Вкусно? Ага, которые невкусные. Тебе не понравилось? Да. А Максу понравились? Да. Да, Максу понравились.